Добрый вечер, дорогие друзья. На моих часах 16 часов 57 минут и 59 секунд. Ну что, давайте начнем наш розыгрыш. Значит, какие были условия? Давайте для тех, кто в танке совсем, нужно им объяснить, какие были условия. Значит, вот у нас есть условия конкурса. Нужно было быть участником нашей группы, это раз. Дальше нужно было сделать репост определенной записи. Вот я на нее перехожу. Собственно, вот эту запись вы все репостили, и, соответственно, с этой записи будем определять рандомом с помощью Random Apps тех людей, кто это вот, кто получит приз. Так вот, копируем ссылочку нашей записи. Дальше заходим в Random Apps, выбираем, нажимаем на кнопочку «Поделившийся с друзьями», вставляем ссылочку. Вот, ну и чуть-чуть подождем, да, потому что на моих часах еще 59 минут, да, подождем минутку. Наступило 17:00, предлагаю нажать на кнопочку «Далее», чтобы загрузить тех участников, кто участвовал в конкурсе. На данный момент число участников 157. Вот вы все, те, кто участвовал. Нажимаем кнопочку «Выбрать победителя» и посмотрим, кто победитель. Победителем стал Виталий Бойер. Давайте проверим, выполнил ли он условия конкурса. Ну, первое условие было, чтобы он был членом нашей группы. Давайте посмотрим. Так, участники, поиск. Вот он открылся. Заходим к нему на страницу. Да, он сделал репост нашей записи. Это было 7 числа в 22:59. Виталий, я вас искренне поздравляю. Приходите за призом. Мы семестр начинаем 21 числа, поэтому вы успеваете на курсе СНЕ. Добро пожаловать. Дорогие коллеги, участвуйте в всяких конкурсах. Предлагайте идеи для конкурсов. Вот в скором будущем будет новый конкурс, где все желающие смогут получить приз. Причем все желающие. Будет все зависеть от ваших друзей. Ждите новый конкурс. Всем спасибо за внимание. До свидания. Специалисты с международно признанной квалификацией CCNA способны проектировать, настраивать, а также эксплуатировать компьютерные сети и соответствующее оборудование как небольших предприятий, так и огромных интернет-провайдеров. Среди них можешь оказаться и ты. Начни свою карьеру инженера сетевых технологий в IT-сфере вместе с Cisco.